Салика Продакшн Студио. Делает такой манере немножко, ну понятно, что впервые ты все это делаешь, но сразу вот постарайся внедриться в тему, да, вообще о чем песня реально понятно, да, вот вроде бы все нормально, нужно там делами заняться, но его что-то зовет дорогу, он идет, и опять он в поезда, опять поехал туда-туда, странный стук, да, он слышит, о, все, надо подниматься, побежал, да, то есть беспокоит его что-то, беспокойная жизнь такая у него. Струн провода, то по рукам. Вот именно ритмичен. Пам-пам-пам-па, там-там-там-там. Телефон на все голоса говорит пока. Пора. Прям вот так, да, прям выделяй. Три, четыре. Струн провода. Не, пари. Струн провода, струн провода. Струн провода, то по рукам. Струн провода, ток по рукам, телефон на всех. Телефон на все. Ты телефон, ты когда-то быстро поешь. Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит. Понимаешь, вот это нужно. Три, четыре. Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса. Телефон на все голоса. Давай, не спеши, поехали. Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. Но странный стук, и но странный стук зовет дорогу. Да, все там, все четко. Хотя можно ритмически поменять. Но странный стук зовет. Вот так спеть, да? Попробуй. Но странный стук. Давай. Но странный стук зовет дорогу. Может деться, а может стук дверь. Знаешь, да? Ага. Поехали. Но странный стук. Но странный стук зовет. Да, только не понял. Обернусь, ну как бы уже он уже это спел. Никогда я обернусь. Вот так, спой, давай. И когда я обернусь. Нет, смотри. И когда я обернусь. Давай. И когда я обернусь на пороге. А вот эти фишки, которые мы с тобой делали в тех песнях, надо их улучшать. Слово верь. Давай. Я скажу одно лишь слово верь. Вот так и сделаешь. Да, так и сделаешь. Только по фирмене. Давай. Я скажу одно лишь слово верь. Слово верь. Смотри. Слово верь. Давай. Я скажу одно лишь слово верь. Вот, видишь, так по-другому звучит совсем, понимаешь? Вся песня такая. Давай еще раз, с самого начала.